19 сентября в актовом зале Академии ПВО состоялся слет юноармейского движения Тверской области. Первое. Равнение на середину. В этот день награждены юноармейцы, принявшие участие в параде, посвященном Дню военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Осеньев Егор, Авдеев Владислав Романович, Бердышев Алексей. Нагрудный знак юноармейского движения третьей степени ребятам вручали уважаемые генералы. Смотрели воздушную технику, морскую технику. И довелось посидеть на президентской трибуне вместе с президентом Российской Федерации и министром обороны. Здесь же, в торжественной обстановке, в движении юнармии приняты ученики Медновской средней школы. Торжественно клянусь всегда быть верным своему отечеству и юноармейскому братству. Клянусь. Еще одним отрядом пополнить юноармейское движение. Еще нас стало больше. Ребята будут стремиться к тем достижениям, которые достигли стоящие в этом строю и участвующие в параде, посвященном Дню МВФ, в 2019 году в городе Санкт-Петербурге. Наши ребята были удостоены высокой чести находиться на трибуне с президентом Российской Федерации, главнокомандующим нашими российскими войсками. И сейчас они заслуженно получили свои награды, также получили легендарную книгу о великом разведчике, а также журнал с фотографиями парада ВМФ 28 июля. По ходатайству ряда общественных организаций, в том числе Ассоциации тверских землячеств, наиболее активные участники воспитательной работы с подрастающим поколением отмечены наградами Министерства обороны Российской Федерации. В числе награжденных директор Тургиновской средней школы Ольга Карасева. 15 лет в школе существует отряд юных моряков. За эти годы воспитано более 150 человек. Среди них есть военные, милиционеры, бухгалтеры, многодетные матери. Много всяких специальностей. Но главное то, что они прекрасные люди. Медаль Министерства обороны вручена и Роману Манилову, священнику, директору благотворительного фонда имени сестры Милосердия Екатерины Бакуниной. Батюшка, наряду со всеми его служениями в Тверской области ведет еще колоссальную работу в Севастополе. Благодаря ему сегодня мы знаем о том, что, допустим, в Севастополе сегодня 15 улиц, площадей, набережных названы в честь тверяков. Восстановлены все могилы, восстановлены все памятники, написаны книги, написаны, созданы фильмы. Но это еще не главное. Батюшка возрождает, и он создатель, главный создатель, возрождает славу сестер милосердия русской армии. Сегодня было новое, хорошее такое направление деятельности. Это награда, высшие награды армейские тем, кто отличился в военно-патриотической работе. Это медали, которые приказ подписал министр обороны. Это грамоты, которые подписал начальник главного политического управления генерал-полковник Каргополов. Это очень здорово. А награждены люди, которые действительно вносят большой вклад в военно-патриотическое воспитание. И плюс те, кто активно в нем непосредственно участвует. То есть школьники, юноармейцы. Вспомнили на слете об еще одной важной для нашего государства дате – 250-летии учреждения ордена Святого Георгия. С этого момента на Руси началось Георгиевское движение, движение защитников Отечества. И настоящий защитник Отечества не только на поле боя, но и в быту, в жизни он все равно защитник Отечества, защитник государства, защитник власти, веры народа. Вот мы пытаемся юноармейским движением это возродить. Хотя начали мы 15 лет назад в Тургиново, создав
Тургиновский георгиевский отряд, который сегодня называется Молодежный георгиевский союз Тверской области. У нас 5 отрядов таких. 3 из них уже в юнармии, 2 еще готовим.